I was born in Moscow. But I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years have passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new threat appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фух. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Сорвался? Ну ничего, давай наверх. Ну все, давай наверх. Так-так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Отсюда до башни два шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожаловали.
потянем, потянем. Тянем вместе. Готов? Тянем. И... Двинули. Наша цель. Наконец-то. Медик на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Да. Что ты хочешь сделать с черными? Да, Коля. Найти его. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Давай послушаем Хантера. Сереженька. Сереженьку моего никто не видел. Сережа. Привет, Артём. Ровно ночью не снова. Мам, а мам, а долго нам еще пойдем, ждать? Пойдем, Артём, пойдем. Леша. Посторонним нельзя. Что же делать, Зарезь? Петр. Не знаю, живет он или не хотел тебя отпускать на это дежурство. А, извините, что не узнал. Отвали от него. Не видишь, он ранен. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Как раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу.
они словно разрывают нам мозг, душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Нет, добраться. Добраться. Погоди. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольщина? Что-то страшное. Черное, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они идут сверху. Что, черт подери. Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Артём, хватай пушку. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх — их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus. Следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотроши! Внешний блокпост уничтожен! Добраться.
Какому дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны? Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейно и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. От стоц перевертоться, бабушка, здорово! От стоц перевертоться, кушает компот! От стоц перевертоться и мечтает снова! От стоц перевертоться, пережит налет! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хренову тучу патронов за то, что ты... Здорово! Точно не жалеешь, что купила. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... Давай нарисуем мужчина, такой базах, оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, слушай, я был бы сам счастливым человеком на земле. У меня своих рисунок. А он же... Невозможно просто. Люди грязные, вонные, лицемерные. Под ноги смотришь, наследи, кто убирать, кто будет. Военного союза. Я же просил тебя никуда не отходить. По договору. Знаешь, как наши станции будут также совместно действовать. Никогда больше не будет. Ну за что? Эй, давай, побежали. Привет, Артём. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился с калашом в руках. Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Вот и вся наука. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей?
Ничего, сэкономишь на шлеме, потратишься на похороны. Чувствуйте себя как дома. Выбор пушек у вас отличный. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. О, привет! Ну чё, как? И наш тоже скоро. И будет. Земля достанется вот так. И мы сами виноваты. Но ведь было метро и в других городах. Ладно, сынок. Ты готов? Слав. Вдруг там кто-то выжил. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровы, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Все, готово. Теперь опускай. Черт, спину сорвал. Спину себе сорвал. Еще один. Слышь, да дай мне хоть отдышаться-то. Работай сам без перекуров. О, караваны присоединяешься. Ну, удачи. Честь имей. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свернулся и повесился. Представь, твое изобретение — главное орудие убийства... По местам! Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, на зайца мне поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все, удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Ну а теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну... Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле?
Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они... Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой... Происходит-то, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очни, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Вы все сдохли здесь! Thank you.
Тащил блок под... Он лучше левее! Что тут такое произошло? Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно! Надо проверить. За удачу и за Артем. За тебя! Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мы не попали. Такая скука торчать в этих трущобах на риск. Короче, мы спасибо, вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Из-за этих чертовых бандитов. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. За тебя! Смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Да? Что ты сейчас сказал? Здорово. Слушай, да тут целая толпа нищих. Привет. Станция в блокаде, парень. Пока проблемы с бандитами не будут. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Ты Артем? Эй, малыш, иди. Тебя тут ищет один человек. Похвотал мне руки. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу.
Спасибо. Пошли со мной. Я больше не могу. Эй, чего отстаешь? Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков будет. Если будем друг друга прикрывать, все это... Что за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда?
Херня, правда? Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых. Знаешь, что делать? Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывай. Еще жить охота. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота.
ебаная, папа пришел! Это боевая дрезина Ганга. Ищу братву. Стреляй!
Зачем, бля, это делаешь? Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зудам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по шнурам, может, найдешь чего? И двинем.
сердце будет. Стрёмное это место. Помнишь наш уговор? Ну давай, давай! Хорошая шуточка. Ай ты, милая моя, красивая. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. За хрень со мной была. Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно.
проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упыри! Сим, заводи трезвим. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Ребята вообще юмора не понимают. О-о-о-о, какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет, это Бурбон, собственной персоной. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, кто пришел. Вот хрен. Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться.